Ты фонарем-то не свети. Я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все в норме. Ты еще громче ори. Splinter Cell ходячий, блин. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Ну, отлично. И что мне теперь приказано делать? А где обещанный калаш, мать твою? Где калашников? Так, это у нас... А, это у нас хороший дробовик, насколько я понимаю, да? Да, так оно и есть. А что у нас по патронам? Патронов у нас не особо. Так или иначе. Калашникова нет, непонятно где он. Зато надо были... Калашников. Калашников. Черт возьми, хорошо, что я посмотрел назад. Прежде чем ушел. Не те патроны. Да, вот эти вот более... Частые, я так понимаю. Глушак бы еще на этот калашников. Угу. Эти друзья, они еще вдобавок меня заметили. Черт, а? Так-ка попробуй сюда посмотреть. Черт! Граната! Какая граната? Фак! Вы так хорошо видите в темноте? Минус еще один. Да, правильно, вставайте все туда. Подивимся на ваш искусственный интеллект. Кто следующий? Мутантина? Я очень похож на мутанта. Ты меня прямо оскорбил. За мутанта сейчас получишь. Офигеть, их там как крыс.
Ты чё, ты какой-то вообще борзый? Нет, он чё, бессмертный? Маска, ты чё? Малыш, у тебя каска отлетела. Убьют без каски-то. Надо зарядить патроны. А то совсем скоро. Из дробовика практически все отстрелял в этого. Бессмертного, блин. Чупакабра. Здесь заряжено. Здесь не очень. Зарядим. Так. Что-то я здесь не был почему-то. Как я мог это пропустить, интересно. Что это за Что-то я потерялся, по-моему. То есть я был на центральном перроне, а это просто... Понятно. Так, все кругом блестит. Собираем, 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 собираем. Это мы уже собрали. Так, я отсюда вылез, да? Я отсюда вылез, правильно. Надо немножко сориентироваться побольше. Здесь с трупа я еще ничего не... Вау. Вау-вау-вау. Хороший признак сладкой жизни. Да харе уже звенеть в колокольчик. Куда я там наступил? Тут, по-моему, ничего нету. Вот на это, что ли, на квадрат S наступить? Да нет, вроде. Охренел. Блин. Да сдохни ты! В конце-то концов. Бессмертный, я чуть меня не упорол. Ну, я его надоил, конечно. В хорошем смысле, не в том, котором вы подумали. У него там, блин, наверное, арсенал целый был. У меня уже 321 патрон. Ты будешь отсюда вылезать? У них у всех тут, в принципе, нормальные пушки. Я бы так и так калаш бы раздобыл. Так, а динамит? Динамита у меня полно. Больше я не подберу. И так прикольно дергается, когда я их обыскиваю. Как будто я их током бью, чтобы из них все вывалилось. За пацанов. Ну так умри за пацанов. Пустозвон! Не надо гранату. А вот это мне не нравится. Свали оттуда, придурок. Ты хоть баранов-то видел в своей жизни? Ай! Два патрона, и мне уже хреново. Одного нашего ранило. Где-то близко орёт. Вот кривой-то калаш, а? Такое ощущение, как будто предыдущая пушка и то точнее была. Судя по звукам, все.
А это у нас электричество. Блин! Чего такие неожиданные, а? Давай, перепрыгивай. Ну что ты не перепрыгивай? Такой инвалид. В колокол только звенеть может, и все. Так мне эти патроны лучше или эти патроны лучше? Какие из них дороже-то? Надо будет потом посмотреть. Опа. Опа. Не надо. Еще не все. Ненавижу. Обожаю. Судя по всему, это был последний. Осталось только этих обобрать. Счастливчиков. Загробной жизни. Если у них есть вообще что отбирать. Потому что-то на них, кроме площадки, ничего и нету. Экспедиционисты, что ли? Что-то я не понимаю, что эта штука делает, честно говоря. Да это, наверное, и не важно. Два комика. Ладно. Блин. Я чуть арматуру не убился. Это было бы совсем апофеозно. Главное, в костер еще не спрыгнуть. У тебя что, совсем ничего для меня нету? Жадина, а? Ну ладно. Так, очевидно, мне сюда. Или мне сюда. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Галакор? Артём! Чё за Артём? Можешь опустить свое оружие, юноша. Нет, не могу. Я же не настолько кретин. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, да хоть хрен. Что лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Ты слишком медленно говоришь, там за дверью 20 разъяренных парней. Появится тут. А я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить... Что ж, мудрое решение.